Эй, привет! Хочешь отдохнуть после рабочего дня, переключиться и полежать с улыбкой? Или же просто провести весело время? Тогда ты точно по адресу. Мы снова собрали для тебя подборку только самых свежих смешных моментов, от которых захочется не только широко улыбнуться, но и громко так засмеяться. Смех же, как ни крути, не только жизнь продлевает, но и заряд бодрости дает. Возьми чего перекусить, ставь лайк и подпишись, чтобы мы могли делать еще больше таких крутых подборок. А мы запускаем. Елка должна быть нарядной, а наряд, ну кому как, но этому парню явно лучше знать. Ловкость на кухне – вещь эффектная, эффективная и довольно-таки смешная. Бояться нормально. Даже когда в тебе 50 килограмм, ты собака и боишься ты эскалатора. Случайность, удача, талант – вопросов много, но это не важно, если телевизор заработал. У этого 4-летнего мальчика, по всей видимости, душа и разбитое сердце 40-летнего певца. Первое правило фермера – ремень. Ну, урок выучен, но за помощь – балл к уважению. Лень, двигатель или как там было? Эффективно, быстро, что еще надо? Довольно-таки широкий укус. Желейная мимика лица на уровне Джима Керри. Видимо, в этом году в моде ощущение пуховика из детства, ну или пингвина. Предательство, месть и кошачьи лапки. Вот она, живая история короля льва. Круто, быстро, плавно. Правда, надеюсь, в него ничто не вселилось. Мало ли. Когда ты любишь таксовать, быть призраком не помеха. Ну или же ты просто автопилот. Даже они устают от длинной рабочей недели. У бедняги нервы тоже ведь не резиновые. На пути к вкусному всегда стоят стеклянные преграды. И это даже не витрина. Это дедушка урок про ремень не выучил. Нет, но плюс за поднятое настроение. Креативный подход к нелегким поездкам пришел от этих усталых ножек. Удобно вроде и быстро. Йоу, я в телевизоре. Этот парень, кажется, сейчас переживает момент всей своей жизни, не иначе. Зрелищно не всегда технично, зато смешно. Ковбой в этом городе новый шериф. Правда, шериф-паук. Главное, не сдавайся, парниша. Нажми лайк. И кто сказал, что с работы не отдохнешь?
призрачное лицо с гордыми усами, кухонная легенда, гроза тумбочек и страшный враг муки. Знал бы котик про камеру сзади, такого бы не делал. Опасное умение. Драматичное, энергичное, просто невероятно долгое желание удержаться на ногах. Лично меня эти кадры заставили улыбнуться. Если у вас тоже приподнялось настроение, не забудьте поставить лайк под видео. Все начинают с первого шага. Правда, лучше уж не лицом в асфальт. Размах, лед, дыра в стене. После этого никаких клюшек. Круговорот калорий в природе. Ну, порадовать себя тоже нужно. Кстати, это печенье? А мне можно? Готов. Удар и битая лампа. У пингвинов не самые добрые сожители, так что хорошая реакция плюс к выживаемости. Да, тапок, 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 та. Холодненько, это, конечно, приятно и вкусно, но явно не для каждого. Сюда, нет, туда, нет. Да откуда же вы все беретесь-то? Почему вас так много? Дорога – это очень коварное место. Здесь не стоит терять бдительность ни при каких условиях и никогда. Я слышал, у вас тут огонь. Пожарного вызывали? Я уже на месте. Если вы думаете, что снег – это преграда для дрифтинга, то вы очень ошибаетесь. Настоящий профессионал может все. Кто заказывал пенную вечеринку? Работаем с выездом в любое место, даже на оживленную дорогу. Бедная собачка на торпеде этого автомобиля. Она не знает ни минуты покоя. Если вы не идете на работу с такой же радостью, как этот милый песик, то, скорее всего, ее пора менять. Говорят, время нельзя вернуть вспять, но этот мужчина может сделать невозможное возможным. Главное в этой жизни – найти того, кто разделит твое влечение. И неважно, кто он и как выглядит. Герои этого видео просто невероятные. Они определенно заслужили лайк. Это же насколько нужно быть выносливым, чтобы терпеть такие мощные удары. Каждодневные тренировки по боксу не проходят зря. Мне кажется, или эта машина мне подмигивает? Держите лайфхак. Как можно быстро успокоить малыша в любой ситуации. Интересно, на каком этаже он живет, раз научился такое вытворять?
Радоваться каждому моменту жизни – это очень ценное качество. Какая техника, какие маневры? Однозначно этот милый песик заслуживает 100 баллов. Да уж, летняя жара кого хочешь доведет. Время идет, способы научиться плавать меняются. Главное, чтобы рядом был надежный инструктор. Существует два вида хозяев собак. Кто сможет отказаться от освежающего прохладного душа летним жарким днем? И пусть весь мир подождет. Целеустремленность всегда заслуживает уважения. Главное, несмотря ни на что, и никогда не сдаваться. Жизнь – сложная штука. Надо уметь вертеться. Даже самые маленькие девочки хотят быть красивыми, как их мамы. Голубиная почта уже не в моде. Настало время волшебных сов. Ты не ты, когда голоден. Думаю, тех, кто давно подписан на наш канал, уже ничего не удивляет. А кто до сих пор не подписался, вы можете легко это исправить прямо сейчас. Как гласит пословица, есть терпение, будет и умение. Бывают такие моменты, когда без дружеского пинка не обойтись. Скоро и выгуливать такого пса не придется. Он сам кого хочешь выгуляет. Вот это реакция. Мне бы такую. Говорят, детей нужно всему учить. Этот малыш уже сам может давать уроки по ловкости. Издавна говорили, на чужой каравай рот не разевай. Неважно, в какой ситуации ты оказался, настоящий друг всегда будет рядом. Порой мы делаем необдуманные поступки, о которых вскоре жалеем. Время машин уже наступило. Они среди нас и очень ловко маскируются. Кажется, этот пес все перепутал и вместо туфель украл свадебную фату. Но похоже, он ни о чем не жалеет. Что только не увидишь на пляжных вечеринках. Друзья, спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное.